Нацкомпания «Казавтожол» вернет деньги за проезд по платным дорогам почти 70 тысячам водителей Карагандинской области. Общая сумма выплат составит порядка 40 миллионов тенге. Такую информацию опубликовали на сайте Главной транспортной прокуратуры. По их данным, ранее выявили нарушения в договоре об условиях проезда. В документе отсутствовал пункт, позволяющий казахстанцам вернуть неиспользованные авансовые платежи при смене госномера. Соответствующие поправки уже внесли, а руководители филиала «Казавтожола» привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в ведомстве отметили, интересы самого нацоператора защищали крайне слабо. Порядка 140 тысяч автомобилистов задолжали 50 миллионов тенге за неуплату платных дорог.